Выживать на что? Как выживать? На самом деле, либо сдаваться, либо обратиться к своим корням, к своему отечеству, к своему языку, к своей культуре. И у меня такая вот родилась мысль создать такое место, в котором можно было восполнить наши знания, восполнить нашу память. В гостях у хозяина этого терема, Александра Белецкого, единственного жителя деревни Огарково, мы уже бывали в 2017 году. 20 лет назад он вместе с супругой приехал сюда, чтобы построить дом, посадить дерево и создать неофициальный центр народных ремесел и традиционных искусств. В ноябре этого года Александр стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» уже в шестой раз. Мир красив в многообразии культур и многообразии искусств. И это ценное, оно дает силы и очень важно для всех нас. Видим в нашем зале работы по лицевому шитью. Это, в частности, пелена всех святых, которые просияли на земле Санкт-Петербургской. Вот, работу делала вот такой большой коллектив людей с 2002 по 2013 год. 11 лет? 11 лет, да. Но то есть это на протяжении 11 день. Лет да. Эти люди приезжают да. и занимаются? Да. А вот эта работа, это ученица моей супруги Даниленко Елена, она делала 4 года вот эту одну пелену. Это одно из видов тех искусств, которое наше именно народное достояние, традиция. И ее нельзя сдавать. Такая вот реконструкция. Реконструкция того, как вот вышивали, какие у нас были мастерицы замечательные. Вот на этом столе очень много литературы, когда к нам приезжают. Литературы у нас очень много. Мы отсюда эту литературу, конечно, не отдаем, потому что она собиралась десятилетиями. Но человек может познакомиться и, конечно, стремиться делать настоящие вещи. Настоящие вещи, они совсем другие. Вот тут у нас матрешки, да, вот они все сделаны в Огарково, если их раскрывать, их там по много-много штучек, тоже сделаны здесь. Наши огарковские лошадки. Видите, какие лошадки деревянные. Чем они хороши, что их невозможно, так сказать, сломать, и они очень так преданы своему владельцу. А в этом году, видите, такие были поросята смешные. Тоже делали. Угу. Мебель вот такая вот, это чьих дело? А вот вы видите, нашли доску, она уже старая была, развалена, все остальное сделали новодел, а доску оставили старую. Вот люстра, например. У нас когда вы въехали, две липы. Был сильный ураган в 2004 году, и старые ветки, они были сорваны, липы. Вот на втором этаже одна люстра стала, и на первом. Настоящий искренний борщевик. Во что он превращается? Вот видите, такая сказочная музыка. Это же у нас что? Рождественская. А это да, это звезда. Вот скоро приедут, мы будем, спевки у нас произойдут. Где-то в районе Нового года будем тут приедет музыкальный народ. И будем объезжать, ездить и коледовать. Будем славить Христа разными замечательными песнопениями. Вот, и радоваться. Что-то есть новенькое, что-то как развиваетесь, куда развиваетесь? Да, у нас много чего нового и замечательного. Во-первых, мы уже вышли на такой уровень, чтобы позволить себе иметь два занятия в неделю. Это 22,5 академических часа по церковной лицевой шитью, на которые приезжают люди из разных регионов России и за границы. Все, кто эти темы интересуется, кто проникся таким древнерусским искусством, которого нет ни в одной стране на сегодняшний день мира. Вот так вышивают, как у нас. Он к нам приезжает. Второе, вот у нас тут очень большое обновление внутри, потому что у нас появилась возможность развесить, наконец, мы потихоньку долго шли к этому, развесить работы, которые здесь в мастерской создаются. И вы можете видеть, у нас столовая какая красивая появилась за это время. Потому что в 2018 году мы как раз были еще, как у нас уже стены стояли, надо было все доделать, сделать, чтобы было уютно, чтобы люди попадали, приезжали и чувствовали, силы набирались.
Сюда к нам приезжает в год больше, около 3000 человек. Это люди, которые интересуются различного рода знаниями, умениями, связанными с нашими народами, которые здесь проживают. Смотрите, какие там вот работы за вами, да, большие. Это уже работы, которые люди делают коллективом 10 человек в течение 3 лет. Большое надо иметь молитвенное делание, силы, желания, а главное – любовь. То, чего сегодня самая большая нехватка. Вот. Не только у нас в стране, а вообще на планете Земля. Вы не первый раз подаете заявку на премию «Наше Подмосковье», губернаторскую премию. В чем суть вашего проекта? Да, это вот как верно. Вы считаете, да, почему это можно назвать проектом? Ну, приехал человек в деревню, ну, живет, ну, строит вот собственный мир свой. Почему это проект? В чем его суть? В этой деревне и около 700 лет. Тут были времена, 100 лет назад здесь жило 250 человек, жителей. А сейчас только один. Из деревни все жители были вынуждены эвакуироваться в город. Здесь у нас нету никаких учреждений. Дорога есть, но автобусного сообщения нет. И зимой, на самом деле, это сложно. Очень сложно. И чтобы деревня не умерла, надо вот восполнить и обратиться к своим корням. И поэтому родилась идея создания такого центра, деревенского центра ремесла традиционного и искусства. Почему традиционное? Потому что мы живем на этой замечательной земле и часто не видим, что на ней есть. У нас великолепные глины. Да, у нас земля не очень плодовитая, но зато глина, которую вот вы видите на стенах, сколько работы, это все сделано с нашей глины. У нас замечательные травы. У нас вот все работы, которые по лицевому шитью, мы окрашиваем растениями, которые растут в нашем лесу. То есть это туда идут корни, кора, шишки разных трав, растений и грибы. С грибов мы делаем бумагу, с грибов мы делаем лекарства, с грибов мы делаем пигменты. Мы просто часто ходим и не понимаем, где мы живем и чем мы владеем. И воды у нас великолепные, тут у нас замечательное озеро рядом. Там много, около 200 растений и животных, там насекомых, эндемиков. Есть такие, наша русская, здесь растет орхидея. В наших местах был такой дакотный промысел в 19 еще веке. Это сбор лечебных трав, растений там и всего остального. Мы тоже вот собираем иван-чай. Вы сейчас столько много знаете и умеете своими руками. Так близки с природой. А кем вы были до того момента, когда приехали сюда? Вы ведь в Москве жили, насколько я понимаю? Ну, какое-то время я жил в Москве. Родился я не в Москве, родился я в городе Николаев. И мама там живет, и родной брат. В 6 лет мне дед разбудил рано утром, пойдем со мной, привел меня в сарай и начал учить делать лыжи, загибать древесину. Ну, любую древесину можно согнуть. Вот. И делать столярный клей. Я сделал это где-то было в ноябре, первые свои лыжи, вышел на улицу, а дети все смеются, потому что везде трава зеленая, это Николаев, там в конце только декабря может снежок какой-то выпадет. А я был гордый такой. У меня был в детстве и курочки, и надо было ухаживать, кролики, потом брат, потом племянница. Потом я сбежал в военное училище, Смоленск, город. Оказалось, что есть места, где трехразовое питание регулярное, сон 8-часовой. Мне это очень понравилось. Это было для меня прямо как сказочное чудо. Попал в Москву, потом закончил философский факультет МГУ. Дерзал в разных направлениях. У меня есть свои патенты. И механические, и программное обеспечение определенное. Александр Сергеевич Пушкин в свое время говорил, чем заниматься лучше всего? Это смягчением нравов. У меня была такая идея, это создание везде ремесленный культурный центр, чтобы любой человек мог бы научиться плотницкому делу, шитью, работе с глиной, да чем угодно. Вот с камушками нам, допустим, привезли дренаж, а я собрал потом эти камушки кругленькие и надел его ручки. А потом приехал человеку, дизайнер один, вот, ой, какие ручки, ой, я хочу, давай вот мне на все там какое-то... И заказал сразу 100 штук. Но я как раз эту кучу, которую привезли, купил. Вот, это же приятно. То есть то, что под ногами. Ветки, бумаги, я делаю запрос, что я могу убрать для необходимости. Вот, бесплатно известно. Они полностью перечислили лесную подстилку, пни, ветки, заготовку дров мы закупаем. Я вот закупаю дрова, достаточно дорого получается. Ну вот, слава богу, благодаря вот премии получается отбить эти затраты. Все нормально, все остальное, слава богу. Вот. Там, где ты не поддаешься на какие-то соблазны, искушения, когда ты не веришь, я это нарушил то, что мне дед завещал. Он говорил, не будет у тебя никакой пенсии,
Но главное, ты не верь, не бойся, не проси. А верь только Богу. На самом деле, люди много желают, но, как правило, вы знаете, люди даже хорошие вещи планируют. Не потому, что они самообманываются. Вот. И поэтому верить надо Богу, а у Бога как? Зима зимой, мы все равно будет у нас мороз. Значит, к этому надо готовиться. Весной будет весна, летом лето, осенью осень. У Господа Бога неожиданности, непредсказуемости нету. Все замечательно. Супруга же занимается? Да, да. У меня супруга, она вообще тоже, у нее замечательная жизнь. Она детство провела в сказочном городе Калининград, бывший Кёнигсберг. Закончила университет, исторический факультет. Потом она долго училась в иконописной школе при Московской духовной академии. И там же решила воссоздавать целое направление искусства. Это лицевое шитье. В октябре этого года была очень хорошая выставка. Новые работы отсюда, с нашей деревни, возили в Академию художеств Санкт-Петербурга. И там было две выставки. Одна непосредственно в Академии художеств Санкт-Петербурга, вот, а вторая в Центральном зале Союза художников Санкт-Петербурга. А вообще, вот, работы лицевого шитья участвовали у нас более чем в 50 выставках, из которых большая половина международных. То есть они были и в Италии, были и в Польше, в Сербии, ну, во многих странах мира. Часто приглашают, потому что интерес к нашей культуре в мире огромен. Мы часто себя просто недолюбливаем. Недолюбливаем, не знаю почему, но все время сталкиваемся с тем, что здесь внутри какой-то комплекс неполноценности, навязанный непонятно чем. И вот если бы его было поменьше, а любви было бы побольше, вообще было бы все замечательно. Да, вот вы говорите про супругу. Она у меня чудная, замечательная, потому что мы живем в домострое. Вот вы видите, вот сколько у нее и лицевое шитье, и керамика замечательная. Вот все эти керамические работы, это все ее ручками сделаны, все ее фантазия замечательная. И вот какой замечательный символ Агарков. Угу. Вот, потому что у нас тут очень много гостей в деревне приходит. Керамикой занимается она? Мы оба занимаемся, у нас разные столы. То есть дом так устроен, что есть мужская и женская половина. Мы друг другу не мешаем, потому что каждому человеку нужна своя мастерская для того, чтобы он сам выразился. Я больше по дереву, а она больше по глине. Но с другой стороны, мне тоже керамика интересна, и тоже работаем с керамикой. Не жалеете, что вы так? Да вы что, я на самом деле скажу вам, что мы самые счастливые люди. У меня внуки, чего мне жалеть? Трудности бывают всегда, трудностей очень много. Но сожалеть о выбранном пути никогда не сожалели. Того объема встреч, общения с теми людьми, которые в этом же направлении мысли, того объема самореализации и возможности постоянно находиться на природе, чувствовать реальность, заниматься тем, что у тебя рядом. Такой возможности у нас там, конечно, в городе бы не было. Сколько уже вы здесь? 20 лет почти. Мы за любое сотрудничество, так что приезжайте, мы открыты, неформальные абсолютно. Я ищу нам директора. Креативного, замечательного директора, который будет выпускать ролики, который будет нас продвигать в плане участия в всевозможных конкурсах. Пьем чай? Пьем чай, да. Очень ароматный. Вот где вы еще такую медницу увидите? Из настоящего воска. Ну и пахнет, конечно, удивительно. И мед, и воск, все перемешано. Еще запах чая травяного добавляет аромата. Чудеса. Вы сказали, что у вас домострой. Вот в чем он выражается, кроме того, что у каждого есть, скажем так, свое пространство в доме? Домострой – это строй, какой должна быть атмосфера в доме. Атмосфера в доме должна быть какая? Любовь. Домострой – это о любви. Конечно, если очень интересно поискать эту книгу, вывернуть все взад наперед, то что-то можно найти и придумать себе страшное. Ну как там, да убоится жена мужа своего? Нет. На самом деле домострой – это о любви. А любовь, она начинается с того, что ты не вздыхаешь, ой, ты какая хорошая. А то идешь и приготовишь еду, и придешь, человека покормишь. С этого начинается любовь. Когда ты заботишься не о себе, а о другом. Когда надо принимать какие-то решения, вот за вами последнее слово или сообща, оно, кто принимает? Да, ну нет, никакой сообща, только за мной. Все, последнее слово – это абсолютно за мной, тут никаких. А это моя комната. Видите, мастерская во время творческого процесса с буквой «З». Это специально, чтобы беса не упоминать. Mm-hmm. Вот, да. А там моя комнатка, там вообще на самом деле я воспитываю драконов, но они, чтобы никого не смущать, они принимают вид котов и кошек. Ну, вы точно знаете, что это драконы. Конечно, драконы. Вы знаете, какой у них характер? Его вот с ним так посмотрите, вон там сидит черный дракон. Вон на кресле на моем. Два дракона, видите, маленькие. О, какие стесняются, они такие не освоились еще. Потихонечку к зиме приходят. Ну, некоторые уже второй год живут у нас. А вот этот вот красавец,
буквально 2 недели назад появился. Он подошел к нашему дому, очень долго со мной объяснялся, вот выговаривал мне что-то. А я его потом взял, ну, двери ему открыл, провел его прямо к этой комнате, пустил его. У вас тут просто какая-то сказочная атмосфера, такой стол замечательный, какие-то вот невероятные стулья. Смотрите, мое кресло с буквой А, Александр. И кроме того, вот ваш образ, и за вами табличечка Джоан Роулинг. Ой, вы начали. Почему вот эта тема, почему вот это... Сначала вот вы в зеркало посмотрели на себя после фильма, и у вас родилась такая идея? Или как вот это родилось? Сказка, я перечитал ее всю, сказку о Гарри Поттере. Она одна из самых моих любимых, и мне нравится вот так жить. И мне интересно, что... Мне эта тема очень близка, я очень люблю людей, которым нравится сказка Гарри Поттера, и нравится сказка «Снежная королева», и вообще нравятся все добрые сказки, и «Царь Салатан» тоже нравится. Вот. И вот я приглашаю всех, приезжайте к нам, у нас здесь очень здорово. Кружки, это как раз серия такая, Гарри Поттера, да, я надел такие кружки, сказки. Вот такой замок, тоже, он открывается весь. Марина делает бусы волшебные, Гермионы. Вот, к нам присылают разные вещи, включая вот, даже присылали мне вот такую палочку волшебную. Это мне вообще присылали палочку. Это же бузинная палочка. А, вы даже знаете, какая! Мы хотим сейчас как раз проект такой открыть. Хижина Хагрид. Вот, что мы сюда приезжали, мы продумаем знакомство с разными ремеслами. Выход в Бобру, вот, на тропу, и выход в запретный лес. Это очень здорово и интересно. А на печке вот там волшебный камень. Я сейчас вам подарю. И мы идем в заповедный лес, и там есть тропа, по которой бегают единороги. И одни оставляют следы. Следы, волшебные камни. Вы помните, они же белые сами, а копыта золотые. А из-под копыт, золотых копыт, у них выскакивают. Неужели золотые камни? Нет, не золото, конечно, у них более крутая вещь. Вот выскакивает у них вот янтарь настоящий. И мы идем и собираем. Это вот, вот здесь, в наших лесах? Да. Просто люди не знают. Ну, я думаю, после нашего сюжета просто полчища людей нагрянут в ваши леса искать единорогов и янтарь. Да, пожалуйста. Люди к вам приезжают, с детками привозят ремесленные мастер-классы. Это платно, я надеюсь, у вас? Какие-то платные такие вещи мы не можем. У нас формат не тот. Мы строились как ремесленники, а не как коммерсанты. И мы не совпадаем. Мы любим сказки, мы любим отрываться, мы любим юмор. Мы вообще любим вот все светлое, радостное. Но мы не выходим за рамки нашей вот веры, православия. Россия начинается на западе с Калининградской области. И там нету на самом краю, это Балтийская коса, есть город Балтийск, и на мысе там нет никаких сейчас знаков православных. И 17 лет назад был найден дуб очень хороший в Калужской области рядом с Оптиной пустынью. 16 лет он сушился, год назад я его распустил на брус, и мы готовимся сейчас сделать именно работы, чтобы там появился поклонный крест в честь Богородицы Путеводительницы. На нем около 30 икон. Резаться в дубе ручным инструментом, так как делали всегда в 15-16 веке. Часовня была поставлена в 2004 году, а освящена была в 2010 году. Но она вся деревня, она всегда двери открыты, любой человек может зайти и помолиться, да и показывать, собственно говоря, какие люди, какой веры живут в этой деревне. А кто строил? Я вместе с друзьями, конечно. Сколько вот строили? Да недолго, ну недолго, наверное, там полгода строили. Лодка-то откуда к вам сюда приплыла? Каким образом лодка, заплыла? Лодка приплыла в 2008 году. Лодку эту сделал мой друг Феодосий Травин. В 1996 году он сделал две лодки. Полная реконструкция кижанки. Она сделана на кокорах, две лодки. Одна хранится в Эллинге, музей-заповеднике Кижи. Вот. А вторая прошла несколько раз через Белое море. Через Белое море, а сейчас уже здесь. Пришла от Кеми, подняла паруса и на туманах к нам пришла. Ну, как все сказочно. Она у нас на самом деле ждет, когда появится такой человек, который скажет, что ж вы так ее храните. И скажет, я очень увлечен ремеслом таким, научите меня делать лодки. Как-то ко мне приехал замечательный музыкант, гармонист Михаил Коломольцев. Вот он... Музыка занимается. А приехал с вопросом, говорит, как же я живу и не поставил сам дом.
научите меня забрасывать бревна наверх. Немножко он пообщался с людьми, сделал себе инструмент хороший и срубил себе добротный, хороший дом в Ивановской области. Так что, если у кого-то есть по этому вопросу, как это делали, приезжайте. Я вам все покажу. И у нас зимой, когда много снега, очень красиво. На этих яблонях они все в снегу, и сидят эти птицы красные, как яблоки. У нас появится большая горка. И у нас в январе-феврале можно приехать с ватрушками, кататься. Здесь мы чай делаем. Горка имени Бобра, потому что она заканчивается бобровой хатой. И периодически оттуда выскакивает разъяренный бобер, машет лапами, там ветками. Говорит, идите отсюда, я спать хочу. Тут жену разбудили, она мне теперь жить не даст. А колодец-то настоящий? Конечно, настоящий. У нас там очень вкусная вода. Без колодца невозможно в деревне. Отсюда берем водичку. Водичка вкусная. Чем больше колодец, принцип у него замечательный, любого колодца. Чем больше берешь, тем больше вкуснее вода. Поэтому, когда люди приезжают, то я говорю, берите, берите больше, забирайте как можно больше воды, тем больше Бог будет давать вкусной, хорошей воды. Если ты о чем-то думаешь, то это начнут мысли думать многие-многие люди. И поэтому нам всем надо думать только о хорошем, о любви, о хорошем, о добром. И тогда этого доброго будет очень много.